работать. Почему? Монотонно, потому что здесь должна работать максимально амплитудная спина. За счет чего мы боковым бьем? Искандар начинает левым боковым, он любитель бить по классике. Я по большому счету в зале по дистанции тоже била по классике. А вот именно правой, ребят, крушечка. Да, и разворот, разворот. Видите, я разворачиваюсь. Я перекрываюсь боковым противоположным плечом параллельно бьющим. Да, и тут уже, соответственно, уже начинаем ускоряться, но обращаться. Обязательно обращаться, чтобы завод был. Постоянно окончательная фаза вот. Это называется закрыть замок. Перекрыться. Если даже он там наносит там в любую зону, я немножко мешаю.